Приветствую, друзья, вас на канале. Сегодня мы с вами поиграемся с трубами, обрезки которых у меня в руках. Видите, это трубы, которые были в разное время куплены, и от них в обоих отрезаны раструбы. Значит, для обычного применения они, по сути, бесполезны, непригодны. Но мы постараемся найти простой выход. Он не новый, но я хочу вас познакомить с ним. Возможно, кто-то еще не знает, как можно соединить две трубы, когда нет муфты в наличии, например, отдельно, или раструб уже отпилен, использован в другом месте. На одной из труб для этого нужно сделать фасочку. В данном случае фаска заводская у меня, я ее буду использовать. Или вот такого плана фаску можно сделать каким-нибудь абразивом, болгаркой, например, обточить. Или взять и пройтись наждачным кругом. Но неважно, это сделать несложно. И также нам понадобится с вами строительный фен, которым мы будем разогревать конец. Вот я включаю фен и поехали. Вот греем мы где-то около минуты трубу, так чтобы она стала мягкой. И можно было формовать раструб. Сильно перестараться тоже плохо, потому что труба расплавится. Все, думаю, достаточно. Ну и теперь пробуем. Пробуем в новенький раструб, так сказать. Так, вот и все, ребята. Насколько сложно, по-вашему, это сделать? Кажется, что нет. Если вы собираетесь трубу потом вытянуть и заново смонтировать, то до момента застывания стоит делать такие вращательные движения, чтобы она сильно там не застыла. Скажу вам честно, что это соединение ничем не уступает заводскому. Оно даже может использоваться без уплотнителя. Если его ставить так, верхняя труба потихонечку стянется, и эту трубу вы вытянете с огромным-огромным усилием. Но для гарантии, конечно, можно клей какой-нибудь туда нанести на эту часть, взять силикончик, но это такое, оно может и не понадобиться. Все, друзья, соединение готово, очень прочное, надежное. И хочу вам сказать, что строительный фен в данном случае не обязателен, это вопрос удобства. Ту же самую процедуру разогрева вы спокойно можете делать на любой газовой плите или используя, например, газовую горелку какую-нибудь. Только аккуратненько это сделать, чтобы не поплавить трубу. Вот и весь секрет. На этом все. Спасибо за внимание.